Домашний джем из киви – это очень вкусная, питательная и даже полезная заготовка, которой можно компенсировать зимнее отсутствие свежих фруктов. В самом деле, джем из киви – это не только прекрасная во вкусовом плане, но еще и богатая в питательном отношении штука. Конечно, польза джема из киви несравнима с пользой свежего фрукта, но домашний джем по крайней мере не напичкан вредными консервантами, что до использования, то этот джем прекрасно подходит для намазывания на тосты, его можно использовать как начинку для выпечки. Действительно вкусный и оригинальный джем, рекомендую приготовить. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Киви очищаем от кожуры и измельчаем при помощи блендера, добавляем лимонный сок, массу перекладываем в кастрюлю и ставим на огонь. Сразу же добавляем в кастрюлю сахар. Доводим содержимое кастрюли до кипения, после чего варим еще 15-20 минут на среднем огне без крышки, постоянно помешивая. Тем временем желатин замачиваем в стакане холодной водой. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Разбухший желатин добавляем в кастрюлю, перемешиваем и варим еще 10 минут, готовый джем снимаем с огня, слегка остужаем и разливаем по баночкам. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Киви 500 грамм, сахар 500 грамм, желатин 3 грамма, сок лимонный 3 столовые ложки, количество порций 8-10. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока!